Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот большая посылка, как видно по ней, это из магазина JD. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим. Данное видео выйдет уже после Нового года, потому что этот будет подарок для моей матери. Я у них часто бываю и поэтому люблю тоже кофе пить. И поэтому подарок в том числе и для меня. Смотрите, вот такие вот пакеты постоянно у JD, они пакуют вот такие огромные пакеты. Вот, переходник положили, переходник вот такой большой, хороший, с защитой, я так понимаю. Здесь все на китайском, но евро переходничок вот такой вот, видно, не видно. Давайте откроем его, и сделано вот так. Такой тяжеленький, здесь у нас булл нарисован, бычок такой. Что-то на китайском, я так понимаю, знак качества. Сделано все отлично. Вот тут какая-то заглушечка идет в розетке пластиковая, то есть она вся с заглушечками, то есть когда вставляем, если вынимаем розетку, она стоит без розетки, то заглушечки эти не дают пыли и мусору падать туда. И здесь у нас QC01 DT1510, не знаю, что это цифры означают, и серийный номер. Ну вот такая вот симпатичная, отличная заряд, переходничок отличный. Ложим его пока отдельно и давайте распакуем все остальное. Вот внутри еще одна коробка, вот такие вот воздушные подушки JD написано все. Мы их убираем. И у нас остается вот такая вот коробка поменьше. Очень легкая. Так, где у нас тут ход? Вот так. А, ну тут получается два пакета. Как замуровали. Демоны. Кофе мейкер. Сверху вот надпись Boar. Или бар. Давайте откроем уже и посмотрим на нее. Вот, я сейчас сделаю распаковочку, но готовить кофе я пока в ней не буду. И уже досниму потом, после того, как вручу этот подарок. Уже после этого сниму, как делается кофе вообще, как оно получается и будет ли оно вкусным. Вот такая вот открыточка. Здесь рекламные материалы какие-то, звоните нам, телефончики, медвежонок такой. С обратной стороны можно что-то заполнить. Это, я так понимаю, фирменная Boar, Beer, от слова медведь, наверное. Вот, инструкция кофемашинки KFJ402-403. С обратной стороны тоже какая-то табличка. Все на китайском. Вот, давайте смотреть дальше, что у нас. Вот такая вот заглушечка. И уже появилась в виду кофемашиночка. Давайте будем ее аккуратно доставать. Достали аккуратно. Дальше у нас еще снизу там пенопласт, поэтому хорошо упаковано. Не придраться. Вот. Упаковано все. Вот такая вот турочка, чайничек. Давайте смотреть. Черного цвета, красиво. Здесь, я так понимаю, будет подогреваться. Ой, что я наделал? Пластик такой, все очень дешевое. То есть я покупал, не помню, за $13, по-моему, по распродаже. Ссылка на акцию будет в описании. Вот, все очень просто. Но, ну, как бы пластик такой, здесь вот немного такие косячки по пластику есть. Очень просто все сделано. Ну, я надеюсь, что оно работает. Вот. Получается,
2 кофейные чашки, да, тут кофейными чашками, максимум 6, ну, я не думаю, что это граммы, или может это 200, 400, 600 грамм, вот. Кто их поймет, здесь тоже буар, впереди немножко она в пыли, так открывается. Давайте посмотрим, как она сразу зайдет в переходничок. Так. Все, зашла в переходничок намертво. Переходник классный. Так, дальше. Дальше у нас идет вот такой вот, не знаю, как его назвать, ковшик или что. Здесь у нас, получается, через эту штуку, видать, будет протекать кофе. Здесь идет сеточка ведерком, для того, чтобы можно было мыть ее. Она с таким... с ручечкой, вот, вот так оно вставляется, и ложечка для насыпания, я так понимаю, кофе. Вот сюда накидал кофе, сюда залил воды, накидал сюда кофе, вставил, вот так вот, вот так вставил, ну и нажал включить, и я так понимаю, оно будет капать и накапывать в вот эту вот баночку. Сейчас мы ее посмотрим. Ой, баночка прикольная, и пластик тут уже, нет, пластик, наверное, такой же, но он как-то слип более качественно, и смотрите, вот здесь тоже деление 2, 3, 4, 5, 6, то есть это, я так понимаю, кофейных чашечек сколько, то есть если вот так накапало, то это будет на 2 кофейные чашечки, так на 3, 4, 5, 6, итого на 6 кофейных чашечек, ну маленьких чашечек, вот. Здесь у нас такая вот крышка специальная, она с защитой, я так понимаю. Давайте закроем и попробуем вставить. То есть тут какая-то там защита, да, она закрывает клапан или как, или для чего это сделано. От протекания, точно, защита от протекания, да. Она поднимает эту штуку, и в это время, когда стоит здесь чайничек, клапан открыт, и кофе капает сюда. Когда ты убираешь, давайте попробую вот так показать, убираешь, эта штучка опускается, клапан загнана на пружинке, клапан закрывается, и кофе не будет капать сюда на площадку, которая идет с подогревом. В общем, ну круто сделано, чайничек мне этот нравится. По качеству сам чайничек исполнен, и пластик, крышка точно из пластика, не такого, как сделано здесь. Вот, и ручка похожий пластик, но более качественно сделано. И чайничек такой очень-очень красиво сделан и классно. За те деньги, сколько этот чайник стоит, это офигенное приобретение. Точнее, не чайник, а кофеварка. Ну, осталось только проверить, как она работает. Это все мы уже запустим, когда я его вручу. Вот так это все выглядит. Итак, пришел Новый год, и настало время дозаписать видеоролик про кофеварку нашу. Если кратко и забегая наперед, кофеварка достойна внимания, она, ну, реально отличная за эти деньги. Ну класс, и кофе варят отлично. Сейчас давайте установлю и сразу все попробую. Первое, что я хотел отметить уже во время эксплуатации, это то, что провод немножко коротковат. То есть, допустим, если вы хотите поставить на стол куда-то, а у вас розетка в другом месте, то, ну, в общем, столкнулись с проблемой, что не достает немного до стола, если воспользоваться розеткой возле стены. Поэтому нужно где-то, то есть он метр, и провод метр. И второе, это нужно обрезать. Кстати, даже не обязательно. В комплекте шла вот такая вот отличная, отличный переходник, и в него намертво подключается, то есть никаких проблем с замыканием быть не должно. Но, в принципе, можно обрезать проводок или вскрыть ее и сюда припаять более длинный проводок. Вот, в принципе, вот подключаем. Во-первых, сюда заливаем воду. Сейчас я немного залью. Если залить полностью до отметки 6, да, то есть 6 чашек, то я залил не полностью, то это будет по уровню вот где-то вот так вот воды. Так. Давайте теперь сюда сверху засыпаем кофе. Эта штука вот уже как она немного пожелтела от кофе. То есть уже готовили много раз кофе, вот так она вот так пожелтела. Но это, в принципе, не проблема. Насыпаем кофе.
Вот, я одну ложку насыпал, и получается, чем крепче вы хотите, чтобы был кофе, тем больше его нужно сюда насыпать. После того, как мы налили воду и сделали кофе, да, то есть насыпали кофе, мы закрываем крышечку. Крышечка закрывается неплотно и немножко люфтит. Но учитывая, как бы, да, и пластик, ну, состав пластика здесь не очень у этой кофеварки. Но учитывая стоимость и того, что достаточно вкусное кофе получается, ну, можно это все простить. Все, мы включаем кофеварку. Я не знаю, прошло там, ну, может, секунд 10, и он уже погнал набирать кофе, что-то там бурлит, капает. И вот он уже потек. Я не знаю, видно, не видно. Вот, пошла уже жара. Вот, оставляем включенным. Он за буквально там 5 минут. То есть он даже быстрее, чем в турке готовить кофе. То есть он за 5 минут наберет полностью, использует всю воду, наберет в сюда и остается подогревать, то есть металлическая часть, которая под кувшинчиком, она подогревает все время кувшинчик, чтобы был горячий. Причем кофе можно сразу пить. Вот, он не обжигает, то есть он до такой температуры, что, ну, не обжигает. Расскажу немного о самом вкусе кофе. То есть кофе, я не такой гурман, и мне кофе, ну и кофе. Вот, а вот мать у меня, она разбирается в кофе, покупает себе дорогие сорта кофе. И поскольку кофеварка покупалась ей, она говорит, что у них дорогая кофеварка на работе стоит, и кофе ничем не отличается, то есть приготовленный в этой кофеварке с приготовленным тем. То есть, ну, для меня это высшая, как бы, да, там, мера оценки. То есть вот когда она приготовилась, вот такой идет пар сверху. То есть он еще продолжает, видать, выливать воду, потому что мы видим, что еще капается. Вот, и сверху на крышке идет вот такой вот пар, испарение. Но через несколько минут это, как бы, пар перестанет. Я так понимаю, что поскольку здесь не будет воды, отключается двигатель, который подает воду. И, соответственно, остается только подогрев вот этой штуки. Вытягивая чайничек, клапан идет вниз и отключает воду, то есть, соответственно, она не капает. Ну, иногда одна-две капли падают на металлическую основу, но сразу же испаряется, потому что она подогрета. Вот, видите, сверху уже перестало что-либо жужжать, вода там, испарение, ничего уже нету. То есть, и потихоньку там еще видно, что одна-две капельки капают. Но, в принципе, уже все готово, чайничек горячий, можно принимать, пить кофе. Давайте откроем, посмотрим. Смотрите, немного капельки падают. Здесь эта основа нагрета, она нагревается до 65, по-моему, градусов. Вот, и держит подогретым чайничек все время. Мы получили вот такую вот чашечку кофе. Ставим обратно, и чайничек подогрет. Выпили кофе. Вот, выпили кофе, и можно спокойно принять там вторую чашку. То есть получилось у нас, мы воды набрали, ну, грубо говоря, на вот такие вот две кофейные маленькие чашечки. Чайник могу смело рекомендовать из бюджетной версии. То есть даже учитывая то, что вот эта вот ситочка, в которой засыпаем кофе, оно со временем придет в непригодность, то учитывая стоимость чайника, можно просто его полностью будет заменить через время, когда придет, как бы, в непригодность эта ситечка. В остальном всем кофеварка вообще бомбовая. Мне очень понравилось. И маме моей тоже. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.